В Бурятии подорожал вывоз твердых коммунальных отходов. Республиканская служба по тарифам увеличила плату с 1 декабря на 14 рублей. Однако, если платить вовремя, половину суммы компенсируют из бюджета. Эта компенсация идет организации, осуществляющей вывоз отходов. У нас на сегодняшний момент это рекоператор. Но эти деньги, сразу скажу, что они будут перечисляться не в едином траншем, они будут перечисляться ежемесячно только за собираемость. То есть возвращаться будут только те начисления, которые по факту уже поступили в Эко-Альянс. Проще говоря, если рекоператор не соберет оплату, тогда и не будет компенсации. Например, плата за декабрь, оплаченная в январе гражданином, на вот эту оплату, на вот эти там 93 рубля придет компенсация, там 7 рублей с бюджета. Если региональный оператор не смог эту плату добиться с гражданина, не собрал ее, задолженность висит, на эти суммы компенсация не приходит. По словам руководителя Эко-Альянса, в ближайший год повышение тарифа, скорее всего, не произойдет.